Выходим, выходим, телефон оставляем. Все, Пашка, выходим. Здравствуйте, выходим. Телефон оставляем. Здравствуйте, уважаемый. Телефон оставляем, выходим. Выходим, выходим. От стола отойдите, пожалуйста. Сюда дальше проходим. Выходим, пожалуйста. Так, закроем и откроем. Откроем. А почему вы без старшего пришли? Так упаковывают ее. Все упаковки. Вот если просто были, вы поняли, почему я. Следующую кратку. Маму в черном снимаем, можно крупным планом, ее дадим, наверное. Да понятно, движение. Преступление под усмотренными пунктами А, Б, часть 4, статьи 171. А что это за преступление? Подскажите, пожалуйста. Главное управление комитета Российской Федерации по городу Киев, статьи 171, отдел УКРФ. Что это за статья? Телефончик оставьте, пожалуйста, вот здесь на столе. Да, я вам сейчас скажу. Ой, это вообще не про нас, ребята, честное слово. Это избыт товаров, продукции без маркировки. Это не про нас. Население информации предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае, если такая маркировка, нанесение такой информации обязательно исключить. Я хочу, чтобы свидетели это услышали. Только после того, как у нас все отобрали, вы потом изложите свои документы. Вы нам предъявили свои документы. Пишите сегодняшнюю дату. Письмо образец. Вы объясните, для чего мы это делаем. Это не для продажи. А вот эти мужики можно выставить на полку, на витрину. Без хозяйства. Не для продажи.
это мы не продаем. Два градусника. А это можно навести им на... Видимо, нормально выглядит. Значит, здесь у нас первичка вся. Это как раз Ржевский рыбоводный комплекс. Постановление предъявили. Видео ведем, начали спешно действовать. Ну, есть некоторые. Сейчас пока. Мы пока сейчас в кабинете бухгалтера начали обыск. Пока. Хорошо. Понимаю, торговый дом «Золото» и Ржевский мы изымаем все, да? Алло. Есть там это речь, что ли? А, не там. Вода есть у вас? Так, вот она здесь. Здесь есть зафиксировано. Это приходы. Это не связано. Это вообще вы. Женя, я расскажу на камеру, в каком кабинете этот холодильник будет. Каспиан Голд? Нет, ну слушайте, оно все Каспиан Голд. У вас там написано наименование конкретно. Сейчас мы все еще раз. Нет, вопросов нет, но просто то, что это не соответствует тоже постановлению. У вас там идет, я прошу, получается, Сочи, у вас там идет Астрахань. Ну сейчас подождите минуточку. Ваша точка зрения, согласен, я услышал. Согласен, моя точка зрения. Будет отражена точка зрения. Да, конечно. Да я же что не против. Просто я понятый. Golden Caspian. Перевожу с английского. Золото Каспия. И просьба отметить, да, видите, да, написано Сочи. То есть это товар. Конечно, напишу. Постановление, как вы, если вы вас ознакомливались с ним, да? Вас ознакомились с постановлением? Да. Да? Вы видели, да, такого там слова не было. Я думал, обычно у них вот здесь пишется. Здесь немножко. По коллегии. Вызовут. Оценим объем. Заниматься здесь. Температура падает, по-моему. Мы сейчас закроемся. И сейчас я еще сотрудника Александра позову, чтобы пересчитал все это. Ага. Шок, извините. Позвать? Да. Комментируй. Производитель Ржевский рыбоводный комплекс. Икра зернист осетровых рыб. Каспиан кавиар. Ну, в общем, все остальное. Комментариев не нуждается. Вот, и теперь на этом же месте ее просто покрутить, что она нигде не маркирована. На этом же месте прям как лежит, да. Сейф туда-сюда ходим. Потом они дали. Потом они передали этот сейф нам. Здесь уже наши трудовые книжки. По карточке мы даже на них никогда внимания не обращали, если они там лежали когда-то. Вообще какие-то неактивированные, что это за сейки вообще? Это что? Копии паспортов всех сотрудников. Здесь, там, во всех кабинетах. Придет вместе с адвокатом пароль, если там информация скачет, эту информацию, ИП Михалец.
Договоры, накладные счета, фактуры. Договоры, накладные счета, фактуры. Счета, фактуры. Ну, можешь вот здесь. 50 грамм, 3 штуки, малосол с консервантом, 250 грамм, консервантом 100 грамм, 10 штук. 50 грамм. Малосол с консервантом 50, мы только что не записывали, да? Малосол с консервантом 50 грамм. Ну и, Лен, это говорит о том, что у нас сотрудник... Мало говорит, что типа какой-то... Не спишься? А? Чего тебе нажимать? Просто... А, сильнее, чем...
там отклеил. Работаю. Снизу приложим как раз вот это все. Да, здесь распасовка. Здесь что происходит? Распасовка? Распасовка, вакуумация, упаковка, здесь приготовление. Сейчас надо приготовление. Будьте добры, свет здесь включите. О, со светом сейчас секунду. Здесь производится распасовка, приготовление. Включим? Просили? Сейчас иду. Илья! Да. Ты один поснимаешь? Да, конечно. Мы здесь стоим, нам все видно, но топтаться нужно. Это цех приготовления, где надо ходить? Здесь цех приготовления. Ты используешь, да? Банки? Все хорошо. Берем, да, вот эту банку. Понятно, да, кто там. Ржевский, Рыбоводный завод. А вот эту я беру банку. Икра, осетров и все. Я имею в виду, вот на них этикетки где-то еще были. Это если говорят, что это утилизация, то... Да нет, вот что такое имитированное, что такое?
А, черт. Не наши, но... Да, ну это... Утилизация это то, что все уже правильно, да, не продается, не используется. Да. С магазина привозится сюда с просроченными, да, сроками. А потом это как утилизируется? Да, договор вы говорите. Да, у нас компания по утилизации биологических пищевых. У нас одна машина. А, она на развозе? Как продукции? Она готова. Они такие же все. Да, они все. Да. Ну, такие же, как в холодильнике вы видели, это общепринято. Угу. То есть у вас вон там вообще свет, ну, выставлен? Видно, видно. Не отсвечивает. Сейчас свет включу. Да, включите, пожалуйста. Открывай. Это параллельно съемка. Заходить можно, да? Это банки как засевые. Это тоже ваша, правда? Да, такие же, как там в холодильнике банки. Ну, вы смотрели. Я понял. Это что такое? А? Переработка или что это перебор? Утилизация там. Да. По сроку. Июль. А что это такое зеленое? Замороз, замерзло. Да? Ну. Ром, ну иди смотри. Тузлук замерз. Главное. И зелененькая стала. Она зеленеет, да, когда мерзнет? Тузлук. Да. Это, которое скоро погибают, да? Да. Они, собственно, утилизация. А эту рыбу продаете? А? Рыбу ты продаешь, что ли? Здесь камера утилизации. Написано, в принципе, утилизация.
бассейна с фитрой.